Курс «Методика преподавания истории». Первая лекция. Тема первой лекции. Предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания истории». План лекции. Первый вопрос. Предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания истории». Второй вопрос. Компоненты и факторы процесса обучения. И третий вопрос. Связь методики с другими науками. Цель данной лекции – ознакомиться с предметом и задачами курса «Методика преподавания истории», затем выявить компоненты и факторы обучения. Рассмотрим первый вопрос – предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания истории». Слово «методика» происходит от древнегреческого слова «методос» и означает «путь исследования», «способ познания». Дадим определение понятию методика в интересующем нас значении. Методика – это отрасль педагогической науки, которая исследует закономерности обучения определенному предмету. Методика как наука прошла сложный путь развития. Говоря о методике, мы выделяем этапы развития методики как науки. Первый этап – это дореволюционный период. Дореволюционная методика разработала богатый арсенал приемов работы учителя, создала целые методические системы, которые объединяли общие педагогические идеи, отдельные приемы. Речь идет о формальных, реальных и лабораторных методах. Следующий период – это советский. Советская методика внесла свой вклад в разработку научной системы знаний о процессе обучения истории, о задачах, путях и средствах его совершенствования. Но главной целью советской методики было воспитание строителей коммунизма. Постсоветский период он поставил перед методикой новые задачи и потребовал от ученых, методистов, учителей-практиков переосмыслить основные положения методической науки. Понадобилась реформа образования, всей системы образования, включая историческое. Перед учителем стал вопрос – чему и как учить ребенка, как научно определить действительно необходимый, целесообразно объем и состав исторических знаний. Ограничиваться только совершенствованием содержания образования нельзя. Надо стремиться совершенствовать познавательный процесс, опираясь на его внутренние закономерности. Как правильно называть наш предмет? Методика преподавания или методика обучения истории? То есть часто мы встречаем в литературе эти два слова. Методика преподавания или методика обучения, часто путаем это. Но в названиях книг по этой теме используются оба варианта. Ну, например, вот перечислим примеры. Скажем, Зиновьев, очерки методики преподавания истории. Книга Вагина, методика преподавания истории в средней школе. Петр Гора, повышение эффективности обучения истории в средней школе и так далее, и так далее. За этой, на первый взгляд, простой игрой слов Петр Васильевич Гора, видный ученый-методист, видел два принципиально разных подхода к предмету и задачам методики. В первом случае в сферу ее исследований попадает только деятельность педагога. То есть он сообщает, передает какие-либо сведения учащимся, то есть это идет речь о преподавании. В другом случае считается, что методика имеет дело с обучением. То есть что такое обучение? Это сложный процесс, куда включаются факторы, компоненты образовательного процесса, которые всегда взаимосвязаны и находятся в движении. А иногда даже встречается в методической литературе третий вариант названия – методика преподавания, изучение истории. Следующее рассмотрим объект, предмет, задачи методики. Что является объектом методики? Объектом методики является вся сфера обучения истории. Предмет методики – это содержание, организация, формы, методы преподавания, изучения истории. То есть конкретная часть объекта исследования – закономерные процессы, которые происходят в нем. Третье, что мы должны рассмотреть, это задачи методики обучения. Задачи методики обучения относятся к выявлению способов обучения. В
Второе. Квалифицированный разбор этих методов или способов обучения и доступное для восприятия их применения, описание, структурирование. Третья задача – оценка этих способов по критериям доступности, эффективности и качества. Следующая задача – выработка новых способов обучения с использованием опыта и объективных потребностей исторического образования. Рассмотрим второй вопрос – компоненты и факторы процесса обучения. В понятие «факторы и компоненты процесса обучения» входят такие факторы. Первый – это цели обучения. Второе – возрастные особенности или познавательные возможности учащихся. Третье – содержание обучения. Четвертое – организация обучения истории. И последнее – результаты обучения. Рассмотрим каждую отдельно. Первое – рассмотрим цели обучения. Цель преподавания определяет содержание обучения. Одно из условий, чтобы ваше обучение было эффективным, нужно четко определить цель. Цель преподавания, цель обучения. В процессе обучения намечаются как относительно дальние цели, например, вы можете рассчитать ее на несколько уроков вперед. Или же это частные цели, на ближайший урок или часть его, часть урока. Наряду с образовательными задачами ставятся задачи развития учащихся, формирования у них умений, навыков, воспитания чувств. Для того, чтобы цели обучения были действенным фактором, определение должно быть не произвольным, а научным. Оно исходит из общих задач обучения, но учитывает все его условия. Это развитие учащихся, их знания, умения, оборудование учебного процесса, число часов на преподавание предмета. Научность определения целей требует, чтобы они были реальны, то есть они достижимы в объективных условиях, но в то же время достигали лишь при определенных усилиях учителя и школьников и обеспечивали бы развитие последних. Следующий фактор – это учет познавательных возможностей учащихся. Чтобы обучение было эффективным, конечно, нужно учитывать прежде всего умственные способности учащихся. Должен быть дифференцированный подход во время обучения. Второе. Учитывать возраст учащихся. Например, те задания, которые вы даете для младшего класса, они не подходят для старшего звена или наоборот. В-третьих, уровнем исторических знаний учащихся. И четвертое, нужно учитывать деятельность учителя в организации занятий и самостоятельной работы учащихся после уроков. Третий компонент или фактор содержания. Обязательный компонент процесса обучения. Оно не носит постоянного характера, так как историческая наука, методика, она постоянно развивается, движется вперед, и вне его не может быть и самой учебной деятельности школьников. Материал школьного курса истории очень разнообразный. Если вы ставите какую-либо цель и меняется, скажем, исторически обусловленная перестройка целей, то меняется содержание обучения. Развитие истории, педагогики, психологии, методики тоже влияет на содержание преподавания, на его объем и глубину. Материал школьного курса очень разнообразный, об этом мы говорили. Ученики по-разному воспринимают, по-разному осмысливают факты, выводы, образы, термины. И по-разному материал воздействует на них, на их фантазию, наблюдательность, на их мышление. В последние годы заметно расширились параметры исследования истории. Методика призвана осуществить оптимальный отбор наиболее важных знаний исторической науки. Выбранные знания представляются общеобразовательным учреждением в виде государственного стандарта, учебных программ или учебников. И методика определяет также организации и способы действий по их отработке. Следующая, это четвертая организация процесса обучения, включает формы, методы, средства преподавания и изучения истории. В рамках данного курса у нас специально выделяются лекции и темы семинарских занятий, которые называются так, методы обучения. И мы будем более конкретно, подробно рассматривать эти методы обучения.
Пятое – это результаты обучения истории. Они служат оценкой постановки всего учебного процесса обучения истории. Критерием оценки обучения истории являются достигаемые результаты, то есть это качество и объем приобретенных знаний, умение навыков, выработка убеждений, воспитание моральных качеств, пробуждение интересов, общее развитие учащихся. Наибольшее число ошибок преподавания проистекает из того предположения, что ученик усваивает все так, как рассказывает или показывает учитель, или как это излагается в книге. Но если это было бы в действительности так, то задачи методики ограничивались бы только отбором материала для преподавания, и нам было бы безразлично, какими средствами мы доносим это до учащихся. Поэтому мы, методисты, учителя практики, мы знаем, что знания, а тем более убеждения, умения и чувства, не передаются в готовом виде, а формируются на основе восприятия определенной информации и после переработки ее в сознании учащихся. Для объективности результатов их соотносят с целями и задачами обучения истории. Результаты обучения можно перечислить. Вот первое – это наличие конкретных знаний учащихся, глубина и прочность знаний, умение оперировать этими знаниями, то есть доказывать, анализировать, охарактеризовывать, отстаивать, выявлять причинно-следственные связи, применять знания на практике. Умение ориентироваться в методах учебы с целью самостоятельного приобретения знаний. Главным результатом обучения истории, конечно, является качество учащихся, которое формируется в ходе учебного процесса. Следующий вопрос, который мы рассмотрим вкратце, это связь методики с другими науками. Методические исследования, изучая процесс обучения истории, опираются на родственные науки. Прежде всего, это история, педагогика и психология. История как учебный предмет основывается на исторической науке. История как школьный предмет не включает абсолютно все разделы исторической науки. Методика преподавания имеет свои специфические задачи. Отобрать основные данные исторической науки, построить преподавание истории так, чтобы ученики через историческое образование получили наиболее оптимальное и эффективное образование, воспитание и развитие. Если говорить о психологии, то психология устанавливает объективные законы развития и функционирования различных проявлений сознания, например, запоминание или повторение или забытие материала. Обучение будет научно обоснованным, если методика соответствует этим законам. В этом случае достигается не только прочное запоминание, но и успешное развитие функции памяти. Предмет педагогики – это исследование сущности развития и формирования человека и определение на этой основе теории методики обучения и воспитания как специализированного педагогического процесса. Обучение истории не достигнет своей цели, если не будет учитывать достижения дидактики. Педагогика является отраслью педагогической науки, обогащает ее общую теорию, методика обучения истории непосредственно опирается на эту теорию. Таким образом достигается единство теории и практики в обучении истории. Таким образом, немножко повторим то, что я говорила в начале лекции. Что, о чем мы говорили на сегодняшней лекции. Первое – это что такое методика. Далее определение, что такое методика. Далее, что является объектом изучения методики. Объектом методики. Что является предметом методики. Какие задачи ставит перед собой методика. Объект методики – это вся сфера обучения истории. Предмет методики – это содержание, организация, формы и методы преподавания и изучения истории. Главная задача методики обучения истории – это, конечно, совершенствование процесса обучения во всех его внутренних и внешних проявлениях. Затем мы рассмотрели факторы обучения, или по-другому некоторые называют закономерности процесса школьного обучения истории. Это цели обучения, возрастные особенности, содержание обучения, организация обучения и результаты обучения. И рассмотрели связь методики обучения с другими науками, такими как педагогика, психология и сама история.
В конце лекции мы обращаем ваше внимание на вопросы, которые необходимо вам ответить, на которые необходимо ответить для закрепления темы. Первый вопрос звучит так. На какие вопросы дает ответ методика обучения истории? Какова их взаимосвязь? Второе. Назовите основные факторы процесса обучения истории и соотнесите их с основными задачами методики. Третий вопрос. Раскройте связь методики с другими науками. И четвертый вопрос. Какие методы исследования, включая экспериментальные, можно применять при изучении истории?